США временно ограничили доступ в Йеллоустоунский национальный парк из-за сильного пожара. Туристам советуют отказаться от посещения заповедника, а тем, кто сейчас находится на его территории, предписано немедленно покинуть парк. Взять ситуацию под контроль пока не удается. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро. Сейчас пожарные очищают склоны рядом с дорогами. Накануне горящее дерево едва не упало на машину. Водитель сумел вовремя затормозить и тем самым избежал трагедии. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы обезопасить движение по дорогам внутри парка. Сейчас мы разделились. Одна группа занимается непосредственно тушением пожара, другая спиливает деревья на склоне, которые могут упасть вниз. В то же время спасатели объезжают кемпинги и предупреждают людей об опасности.